Минувшим вечером на улице Декабристов ограбили магазин, в котором продавали кальяны. По предварительным данным, в торговое заведение зашел мужчина. Масочный режим он соблюдал. Выбирать ничего не стал, а просто избил продавца, зашел за прилавок и забрал выручку. Пострадавший нажал на тревожную кнопку, но к тому моменту злоумышленник успел скрыться. Айрат Назипов был на месте происшествия. Сотрудников охраны предприятия и полицейских встретил работник торговой точки. У молодого человека были гематомы на лице. Он пострадал в результате нападения. По предварительным данным, вечером в магазин по продаже кальянов и табачных изделий вошел мужчина в маске. Покупать ничего не собирался и почти сразу же напал на продавца. Повалив того на пол и избив, нападавший зашел за прилавок и забрал из кассы 55 тысяч рублей. По предварительным данным, оглушив продавца и забрав деньги, нападавший скрылся с места происшествия еще до приезда сотрудников охраны предприятия. Сейчас полицейские устанавливают его личность и пытаются задержать по горячим следам. Преступление пока не раскрыто, подозреваемый не задержан. И подробности расследования правоохранительные органы не раскрывают.